На праздничный стол предложили поставить минимальный набор – традиционные салаты, оливье и селедку под шубой. Угостить гостей предлагают также бутербродами с красной икрой и семгой, сырной и колбасной нарезками, мандаринами, яблоками. В меню вошли по два бокала шампанского. Самым дорогим стол оказался на Чукотке. На каждого приглашенного хозяевам придется потратить около 700 рублей. Больше 600 рублей придется выложить также жителям Приморского края, Томской и Ярославской областей. Дешевле всего накрыть новогодний стол в Оренбургской области – 360 рублей. В среднем россияне потратят на угощение по 446 рублей на человека. Отмечается, что год назад праздник обходился на 16% дешевле. В отличие от новогоднего праздника, иностранная валюта дешевеет. Курс доллара и евро вы видите на своих экранах.